Член Союза художников Подмосковья и Союза художников России Наталья Евсеева начала свою творческую деятельность 30 лет назад. Окончив художественное училище в 1991 году, сразу стала заниматься живописью. В свое время у нее была и мастерская, но в нелегкие 90-е планы на жизнь пришлось менять. Потом, уже после педагогического института, основала собственную изо-студию в Одинцово «Я художник», в которой преподает уже 20 лет. Все это время, особенно в последнее время, я понимаю, что моя живопись, она говорит, в общем-то, все время обо мне. То есть я таким образом выражаю себя, как это не просто звучит. Это действительно так. То есть через свои картины я показываю свое отношение к миру, свое отношение к самой, к себе, к окружающим. И если приглядеться, то я понимаю, что в принципе все не так плохо. Мир у меня достаточно радостный, веселый, разнообразный. Наталья предпочитает арт-модерн, иначе говоря, современный стиль. Очень много работ, признается художница, посвящено теме женского начала. Очень много работ о женщине, о красоте женщины, о ее спокойствии, о ее внутреннем мире, о какой-то умиротворенности и просто, в общем-то, о прекрасном. Я это вижу и, видимо, как певец пою оду женщине, оду ее красоте. Разное время, разные картины. То преобладает охра и золотой, то голубой. Выбор цветов определяется настроением и состоянием души. Ученики Натальи Евсеевой пришли на выставку, чтобы поддержать своего педагога. Признаются, что вдохновляются ее работами. Картины, которые я увидела, вдохновляют меня на то, чтобы сделать новые работы. Вдохновляюсь различными другими работами, работами Натальи Феликсовны. И я, когда смотрю на эти различные картины, я думаю то, что нужно и самому как бы стремиться к данным успехам, нужно как бы стремиться все к большему и к большему. Художницу вдохновляют и путешествия. Побывав однажды в Иерусалиме, Наталья написала 3 картины и пару этюдов. В основном пишет маслом на холсте. С недавних пор интересуется и графикой, которая дается легко. Для меня это как релаксация. Я прихожу домой, сажусь и начинаю рисовать, не думая ни о чем. И, как вы сами видите, разные образы. Все равно что-то вылезает интересное, может быть, не очень интересное, может быть, что-то грустное. Но графика я своей, в общем-то, горжусь. На самом деле, мне очень она нравится, самой как художнику. Этой выставкой автор подводит определенные итоги. В жизни начинается новый этап, говорит Наталья. Я надеюсь на то, что в моей жизни произойдут какие-нибудь чудесные изменения. Я начну творить совершенно другие картины, другая живопись, другие эмоции будут, другие краски. То есть мне хочется обновления, мне хочется чего-то другого, нового, свежего, яркого. Увидеть работы Натальи Евсеевой можно в течение месяца на 2-м этаже Одинцовского культурно-спортивного центра «Мечта». Полина Бахова, Татьяна Мигдаль, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».